Этот тренажер предназначен для проработки ягодичных мышц. Устанавливаем вес. Занимаем исходное положение. Упираемся верхней частью спины в опорный валик. Выбираем постановку стоп. При первом подъеме таза тренажер снимается с фиксатора. Движение следует выполнять за счет опускания и поднимания таза, сохраняя при этом нейтральное положение спины, без прогиба. В высшей точке амплитуды сделайте паузу. Вы можете выполнять разные вариации ягодичного моста со сведением или разведением коленей в пиковой точке. Закончив упражнение, ставим тренажер на фиксатор. Тренируйтесь вместе со Street Barbell.